Кто-то пришел, дверь открылась. Закрылась. А, тут и машина подошла. Вот видишь, как хорошо. Надежда Васильевна открыла. Может, покормить надо кого-то. Во славу Божию, сегодня у нас пятница, 6 декабря 2019 года. Вот все, слава Богу. О, Володя пришел. Надежда Васильевна за водой послала его. Понятно. Ну ты-то еще пришел здесь, а? Закрыл мне. Ничего не видно. То-то-то-то-то. Ты наступишь у меня на это. Ой, ночевал на улице, да ласкается. Ну, синеглазка тут сидит. Ну, мышиное царство пропало. Досталось мышам-то от вас, а? Любит, когда подбородок царапают. Белый герой. Ну, ладно. Что-то сунулось к дверям. Потом на выход. Красная шапочка. Дорогая сестра. Умница такая. С красным дипломом университет закончила. Все. Благослови ее, Господи. И сохрани от всякого рода зла и греха. Кто-то приехал. Угу. На машине. Благослови ее, Господи. Ой-ой-ой. Там старики ходят. А здесь то ли не звонят, то ли что. Странно довольно. Человек ходит, не звонит, ничего. Знакомый, незнакомый. Надежда Васильевна к окну подошла.
Надежда Васильевна пошла. Куда-то повезли ее. Все, поехала. Видели, как садился, да не видели, как куда закатился. Кто-то там пришел. Уж не гликерили привезли. Ну да. Надежда Васильевна идет. Надо же, на машине привезли ее. О, брат ты мой, времена пришли. На машине возят принцесс. А, ну, значит, утром завтра придет на моление к нам. Что-то застряло на дверях. Нельзя под него. А, это пришли к нам хорошие люди. Да Володя пошел. Хорошее, повел там что-то надо. Ну вот так. Кто-то побежал. Благослови его, Господи, кто бы это ни был. Слава Иисусу Христу. Наверное, хозяин машины это прошел. Кого больше нету. Господи, помилуй. Проверить, нигде не прошел, не видать. О, поехал. Ну, непонятно, куда поехал. Ага. Поехал к Аби. Благослови его, Господи, и помилуй. В город поехали. Это кто? У Володина, однако. Что-то так смутно. После богослужения, после занятий пошел. Это Евгений ждет его. Такая машина большая. О, садится. У нас тут немного бывает машин 12, я не знаю, 14, мало.
Двор вмещает пока. Что-то не трогается место. А ладно тогда. Вот, крестится, видно в машине. Сейчас должен тронуться. Ну ладно. Надежда Васильевна идет. Это Гликерия прибежала. И к дверям сунулась закрыто. Палочку убрала. Дверь открыла, сама заходит. И закрылась. Все, зашла. Куда-то отправились. Гликерию повезли, ведерко, и Надежда пошла. Ну и слава Богу. Там движение за оградой. Плохо видно, ну понятно, что на машине приехали. Старая техника, ближе приближать начинаешь, она туманит. Благослови, Господи, всех. Слава Иисусу Христу. 2:33. Вот снимаю, тут какая-то машина стала напротив. Дальше ничего не видно. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Понятно, что за машина. И кто-то там шевелится в машине. Это сегодня у нас получается 11 декабря 2019 года, ночь. Вот 2:35. Благослови, Господи, всех людей и сокрой нас от пожара, воров, нечистой силы. Вот тут. Это вот уличная уже сторона дома.
Ну, это с этой стороны дом, с окна нашего, видать. Интересно, как столб закрывает номер. Дальше вылечить нельзя. Видно там. Вот, включил дворники. Благослови, Господи, человека сего и обрати на покаяние, умягчи сердце его, если он за чем-то недобрым. Вот оно, обеденные часы идут. Время какое. Тут вроде некому быть. Ночное время такое. 2:30 ночи. Кого-то ждет. Ну ладно, отпустим.